Всем привет, продолжаем играть Сталкером Моб Фотограф. Переходим на локацию лес. На локации лес у нас есть еще одно задание. Фильм просил отыскать радиопередатчик. Он находится недалеко у выхода. Все, теперь можно спокойно ехать на локацию бар. Продолжаем запись, отдадим Филину приемник, который мы нашли в лесу. Здорово. Что хочешь от Филина? Филин нам дал такую же сайгу, которая у нас уже есть. Так, теперь нужно отдать артефакт ликвидатор Брому. Фотограф сказал, что не хочет как бы отдавать ликвидатор Брому. А Бром намекнул то, что возможно такой же ликвидатор есть на Бром-зоне. В местах скопления сильной радиации, ну на свалках. Попробуем отыскать такой же артефакт. Нам может быть он очень полезен. Поговорим со связным, который находится теперь. Здравствуй, здесь. Сталкер! Ну блин, как в сказке. Чем дальше, тем интересней. Связной сказал нам то, что народ сейчас ломится в колхоз Червона Дышла.
потому что там есть выход на Припять. И нам нужно проникнуть в лабораторию X-18 и добыть схему подземных коммуникаций для того, чтобы выйти на этот колхоз. Но сейчас мы займемся другим, а конкретно тем, что отправимся на исследовательский полигон по заданию охранника архива, сообщим ему то, что убит последний человек, который имел связь с его письмами. Убит незнакомцем, посмотрим, может, он что-то нам подскажет, куда идти. Собственно, там и увидимся. Мы на испытательном полигоне сообщим охраннику архива о том, что последний человек, который видел письма, убит незнакомцем. Охранник посоветовал отправиться обратно в бар и спросить у бармена дяди Миши. Может, он что-то знает. Там и увидимся. Мы снова в баре, нам нужно поговорить с барменом дяди Мишей. Посмотрим, может, он что-нибудь интересного расскажет нам. Шкурки на пол не бросать, пустые бутылки и банки из-под тушенки на столе не оставлять, кто будет гадить, кастрюлю на голову надену. И никого на горизонте. Вот и я душа. Вот хорошо. И никого на горизонте. Вот и я душа. Вот и хорошо. А колбасу и батоны нынче хреновые делают. Так, мы рассказали дяде Мише историю о том, что незнакомец убил сержанта в этом городе. Дядя Миша рассказал нам историю о некой субстанции, которую сразу засекретили. Давайте попробуем выполнить что-нибудь другое. Сюда! Иди сюда! Иди сюда! Не дергайся, пресса! И ствол свой заныкай. Докладывай четко. Не ссы и не мыкай. Иди сюда. Мудила. А без этого нельзя было обойтись? Например, просто поговорить. Вот и наш незнакомец, Михаил Стихоплет. Эх, знал бы ты, хранители объектива, как Грета при свечах красиво. Идиот озабоченный. Ну ладно, хрен с ним. Мне срочно нужно выпить. Тихоплет и охранник архива, они между собой, как я понял, соперничали. А письма сейчас находятся у Тихоплета, который согласился нам их отдать, если мы пройдем по его лазейкам, они же порталы.
Что ж, давайте искать их. Первая находится здесь, он сказал, после вот этой канавы, если идти по левую сторону, возле скал. Сейчас попробуем найти. Обрыва. Сезона здесь. Будем иметь в виду. Ух ты! Вот это и есть телепорт. Впечатляюще выглядит. Вот и телепорт. Мы оказались на локации промзона. На каждой локации после перелета будет... Симпатичная зверушка. Похоже, пора делать ноги. Будет подсказка, где идти, где искать следующий телепорт. Так, нам нужны сломанные краны. Они находятся в начале перехода в промзону. Там мы продолжим. Продолжаем мы у крана. Ну вот два крана. По идее, это где-то здесь. Телепорт есть. Мы оказались на болотах. Ищем очередную подсказку. Отправляемся на юг. Там продолжим. Подходим к сухому дереву. На карте это вот здесь. На самом юге. Телепорт. Продолжаем поиграть. Мы находимся на локации миротворческий комплекс. Ищем подсказку. Вот она. Читаем. Охренеть. Я снова в предбаннике. Пойти, чтобы Сидора обнять, как родного брата. Так, я пошел искать трактор. Как найду, продолжим. Продолжаем. Нашел я трактор. Он находится вот здесь, на севере. Но будем надеяться, что это именно тот трактор. Так, где это мы? Какая-то пещера. Япона мама. Что это было вообще? Еле ноги унес. Так, продолжаем прыгать, ищем подсказку. Как найду, включу. Продолжаем запись и встречаем нового персонажа, Иракес, одиночка.
Я не стал покупать Да ну его нафиг. костюм. Ищи дураков в другом кишлаке, парняга. А я уж тут как-нибудь сам разберусь. Во-первых, у меня не хватило бы денег. А во-вторых, не знаю. Переход в X16 находится вот здесь. Но туда мы отправимся в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.